Привет всем. Мегагоцовский фросовский гайд по Питлорду. Очень хреновый герой для Пуджа. Самая такая вкусность. Посмотрите, вот как в такую жопу не попасть Хукома, а? Это же вообще жесть, жесть. Есть несколько видов прокачек этого персонажа. Тэшка, Эфка и Ешка. Так, этот на фарм, это, блядь, на PvP, это хуйня однозначно. Так, а чё я второй скилл? Покупаю. Покупаю. Рада видеть. Фармить или не фармить? Или в танка, блядь? Но, хотя нет, вот, точняк, точно, точно. Закупаем. Рецепт Soul Ring'а. Объясняю, почему рецепт, я, может, уже объяснял, но кто не в курсе... Кто не в курсе, объясняю еще раз. Потому что все составляющие я могу купить в этом, в ларьке, а потом, в будущем. А рецепт я нигде не куплю, только на базе. А на базу идти это минут 5, плюс, и в общем так далее. Только время просу, и ТП также. Выглядит он хуйня. Митохондр, я его помню еще называл Митохондр. Хиро-дуэль, давным-давно я как-то играл, очень любил за этого героя играть, Митохондр, блядь, такой, пиздатый, или там, по-моему, вот такой герой был, или РБ, также его, типа, вставляют всяких Ангел Арены, то, что он в роли РБ, там, крылья, конечно, хуйня, тоже как и у Дума. Если взлетит, то, блядь, он же рухнет вниз, как холодильник. Вот сбросьте холодильник, не, трусы, блядь, нацепите на холодильник какой-нибудь старой бабки, ну, знаете, у которой размер там 1000 на 1000, вот, чтобы было какое-то там сопротивление. Но они ж не взлетят, он же не полетит. Пиздец, да? Вот, с хвостом. Размер у него, ну, как говорится, смесь, блядь, митохондра и лошади, ой, слона, ну, похож на слона он, честное слово. Даже цвет чуть похож, розоватый. Вот, не хватает только индийский слон. Индийский слон, ну, блядь, ну идите, мобы. Он бесит, когда застампливаются, да? Они могут пойти дальше своей дорогой. Вот. Я стою со сэфом, так что мне там понту не было покупать моба-забиралку. Блядь, ну, сука. Пиздец, жесть. Да пиздец, нахуй. Охренеть. Ну, это дамаг скилл, он тоже дамажит, но... Переводить нету смысла. Нет смысла. Носит он двойной меч. Не пику двойную. Алибарду. Хотя не. Ну да, пика. Пиздата такая. Клинок жесткий. Ни в одной игре такой не видел. Ну, может, раз не заглядывался. На плечах наплечники боевые. Так. На пузе, вот, и ниже пузе, пуза, мошонка, где... Так, у него там защитная хуйня, по-моему, от баб. Бабы, по-моему, у этой расы очень хуёвые. Накачаю я Ешку. Это тоже охуенная шняга. Так, она хилит. Хилит, ча. 10 хп. Я за этого героя не люблю играть. Знаю только наглядное, что как делать, так что будем вместе разбираться. 20 дэмэджа enemy, 10 хп хил, ну это 10 хп али, то есть и союзникам тоже хилит. Вот, по-моему, когда меня бьют или когда я дамажу, тогда и идет отжор. Если купить моба-забиралку, анимация боя станет намного красивее, будет, типа, отходить зеленая вонь такая жесткая, блядь. Пум, нахуй. Пум, и всё. Так, нахуй я и прошел. Ах, да. Покупаем ботинок по фастам. Всегда ботинок первым артом. И следующий будет, естественно, Soul Ring. И можно уже по откату юзать.
юзать эту хуйню. И Ешку, и Эфку, кто качает через Эфку, это для того, чтобы фармить мобов и пушить лайн. Но я не любитель пушить лайн, так что к топ-геймеру это не относится. Так, дофармил я на этот Soul Ring, точнее на пол Soul Ring, даже на 80% Soul Ring. Вот так. Все нормально пока идет. Единственное, бесит меня медузы, которые, блядь, по откату кидают свою стрелу. А у Питлорда всего-то 300 МП, плюс я тогда еще скиллы юзанул. Вот сейчас регенюсь. А, ну, блядь, точно, я забыл, что этот прыгун. Как же меня бесит. Тоже тупой герой. Кончита. Конченый. Перс. Всегда может спастись и убить также. В общем, вообще тупой. Бесит нахуй. Все, собственно, Soul Ring дособрал. Кстати, герой может в соло стоять спокойно. В соло против двоих. Даже против триплы за счет своих, блядь, скиллов мега-госовских, прозовских. Вот так. Сейчас пойду гангану, посмотрим, что из этого выйдет. Что из этого получится. ХП он очень толстый. И вот, опять же, ничего на ХП не собрал. Его имею. 900 ХП! Ну, почти. Так, 50 маны. Ну, это только на реген. Тум. Хы. Дал бы ульт, бы убил меня. Ой, юзанул я третий скилл. Анимация, ну вообще непонятная, честное слово, непонятная у него анимация, скилла, какая-то фигня под этим, под питлордом появляется огненная. Раньше, по-моему, по-другому это все происходило, в поздних дотах, вот. На 6-м левеле не качаем ульт, качаем опять Ешку, ульт он не нужен. Поначалу. Ну, это тимный ульт. ТП-шит всю команду в угодное место. Ну, там, где есть мобы. Вот так. Так что нормально. Иногда даже проносит кристалл за счет этого ульта. ТП, например, мобы здесь пушат, да, пушат. Тут вот туда всю команду всех 5 человек берете и все, ТП-шит. Причем ульт нельзя сбить никак. Как вам? Вообще никак. Стан, сало, если ульт заюзан, все, значит он заюзан. О, протанчу мобов. Пиздата, да? Вот не пойму, когда я бью, по-моему, когда я бью, и тогда... Вот, и плюс еще накоцываются мобы. За счет этого скилла. Первый скилл потом разберу. Попозже. Пум, скилл. И пум, дамаг, удар. Пум, удар, дамаг. Убит, блядь. Тэшку. Вот тэшка, как вы видели, поднимается как могильные плиты, как некоторые любят выражаться. Могильные плиты юзай. Вот. По-настоящему это никакие не плиты, а корни. Сейчас посмотрим. Еще раз. Ну, плиты, ну, блядь, хуйня такая. Да-да. Копья, хо-хо. Но не плиты. Вот так. И ебашит. Всегда может затанчить любого. Могу вот сейчас выйти на вышку, танкануть. Ну, сдохну, но тоже убью. Вот так. Сейчас арканы дофармлю. Не буду я ему собирать. Ждем пока... Все, убить, чувак. Убит. И мой удар последний. Ну же, Виджелинг, давай! А, ну. Вон, танчу вышку с без Б. Любой другой персонаж уже был повержен в муках. И, конечно же, с матом. Собираем арканы. Арканы собрали. Сейчас уж панда такая умница, юзанем ей. Поделимся МП.
Дальше опять Ешку качаем. И бежим, 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 бежим. На мид, ой, на низ. Всегда мы должны быть в курсе всех событий. Везде замесы должны проходить вместе с нами. Все замесы. Но там такие герои хреновые. Хотя там три героя, они меня так надамажат вообще. Сейчас, смотрите. Выжидаем. Выжидаем чуваков. Блять. Она на базу пошла. Один я на них. Хотя... Скилл. Скиллом можно промазать. Вот как я отменил, да, видели? Давай, давай. Давай. Догоню, догоню, догоню. Или нет? Пизду ее. Этот мудак что-то меня накоцывает. Ну, пошел в пизду. Бесят такие идиоты. Наглые, да? А, он меня еще ультанул, сука. Не знал я, что этот снайпер там. Так, я получил 9-й левел. И качнул F-ку. Вон, такие метеориты выглядят ужасно, но наносят дамаг, они нулевой. Скотина. Скотина, блядь. Пиздец, именно на... Прикиньте, именно на меня юзает этот... ульт. Дно, блядь. Плюс, плюс, вот этот скилл. Он еще... вдобавок дамажит, когда даже пройдет. Вон, смотрите. И стоит он вообще МП ничего. Совсем ничего. Вон, они еще догорают. Догорел. С 4-м левелом могу весь барик забрать. Абсолютно весь. Не прилагая к этому никаких усилий. Поэтому и с лейтом тупо нам не нужно стоять, потому что кому это нужно? Вот, вот такой вот. Вот так вот забирать фарм. Естественно, всякие вагины, носы, ну, войны. Будут письку теребить и орать. Пиквода и фарма! И в конце будут обвинять вас. Вот хуёв, да, вот этот пит тем, то что габариты. Поэтому на меня всегда будут ульт кидать вот эти вот днища ссаные. Они всегда на меня будут ульт кидать, потому что видят самый толстый, нужно ультануть. Без этого никак. Вэшку. Хэй, вот это у него ульт смачный. Опять, смотрите, я даже здесь ни при чем, ни... Чисто мимо проходил, на меня дал сало. Ну как же. Любит толстых. Юзаем. Атака. На, блядь. Скотина. Убил? Лак, лак, лак. Бега, лак, блядь. Сука. Сука. Вот не было Гули. Вот Гули нарезает, убила одного, убила еще второго. Пум. Все, трипл кил. Трипл кил. Моя тоже школа. Университет. Ибиди топ геймер Виджелика. Тоже очень классно в лесу подварбливать мобов. Ну, смотрите. Пум, все, по одному удару каждому осталось. Это со вторым левелом. С третьим левелом они почти все падут. Основная задача питлорда, это, конечно же, танчить. Поэтому и смертей у меня очень много. Вот так вот. Поэтому у танков всегда должно быть смертей много, потому что они танки. А есть некоторые чуды, которые фармят, которые танчат лейтами, магами. Это, конечно же, дно. У меня есть пару знакомых, которые так делают. Конечно, я с ними не общаюсь, потому что так фармить, так танчить нельзя. Вот так, всякие здесь простолюдины ходят мимо питлорда. Хороший этот перс в паке. Со всякими такими героями, как... Ну, станеры, естественно. Юзаем, юзаем, бежим, бежим. Ждем, пока пройдет сетка. Все, все, ну, это однозначно. Даже я не кидал этот томб. Видно, Виджелинг затащил.
Ах да, забыл сказать, что я собираю снова ход. Так как там вон видно, что маги, хуяки и так далее. Хочу долго жить. Ну, ход ВГ, все, ход ВГ собран. И если соберете, то можно уже выносить, подсанил. Зумунароха, блядь, его стики тупо спасли. Стики спасли, танчим, блядь, ну все. Еще и этот туда. Не понял, пиздень. Накоцывала. Ну получай. Получай. До конца будем драться за ней. А, ну. Сука, все, уходим. Уходим! Уходим! Да, я знаю, я мог соло ринг кинуть, но и... Вон сколько хп, сразу чуваки бы пошли за мной до конца. До конца. Соло ринг говно. Мега рескил, ватафака килл, от Виджи Линка все-таки оправдала свои ожидания. Так. Все ливают при виде топ-геймера, боясь, мол, это же Виджи Линк. Он же отрескилит всех. Да, правильно делают. Вот так. Ну, принцип действия за этого героя понятен, думаю. Танчить, качаться, желательно не фармить, если нет, если есть лейть, конечно, то лучше не фармить на лайне, а если вы в соло стоите, то фармите. Forbidden, на, блядь, все. Да что такое, идите отсюда. Блейд Мейл также можно собрать. Мне кажется, она больная. А не, она остановилась. А, на фаспуш тоже хорош этот перс. Очень хорош. Как там некоторые любят. Чуваки в скайпе созвонятся, 5 человек. Так, давай, Фора, Чен, Питлорд, еще что-нибудь там. Это Энигма. И пойдут Рошина фармить. И потом... пушить пойду, да, это все фигня. Ну, на фастпуш он отличен, но... если вы не Виджи Линк, то он хуйня, конечно, да. Но по моим гайдам вы можете стать еще пизже, естественно. О, еще вышки пушатся за счет этого скилла. Так же круто. Ну все, кристалл сносится. Сейчас он разрушится. Так, что там в кристалле? Мощи какие-то. Мощи Артаса. Все.